Дамы и господа, пресс-служба ВХЛ на одном из московских катков обнаружила готовящегося к сезону двукратного обладателя «Братины» Анатолия Степанова. Всем добрый день. Неожиданные футболки со звездой. Я так понимаю, что Анатолий готовится уже к сезону в команде «Звезда» ВДВ, город Дмитров. Да, все правы. Анатолий, ну, в том году сезон закончили не в ВХЛ, да, были мысли, что дальше, как быть, чего, как? Может, об окончании карьеры даже помышляли, нет? Ну, честно говоря, были мысли, но я, да, хотел остаться поближе к дому, потому что двое детей, дочка уже в школу ходит. Но обстоятельства сложились, что решил еще поиграть, повоевать, и еще, в принципе, есть мне что сказать, есть кому и что доказать. Я думаю, что будет все нормально, главное работать, кропотливый труд, я думаю, все получится. Где ваш парашют? Парашют? Ну, на плече я уже накололся. Если серьезно, то команда с названием ВДВ, и вы такой боец по своей натуре, очень так подходите, как мне кажется, друг к другу. Долго-долго стал десантником, типа того. Я не знаю, посмотрим, команда новая, создает свой коллектив, микроклимат еще. Очень-очень много будет работ, конечно, потому что команда практически с нуля образовалась, поэтому я думаю, что все еще жаловаться, конечно, буду, но постараемся все исправить. Я ветеран команды, я думаю, что помогу ребятам молодым, там, скажу, где что, как надо действовать, чтобы все в порядке. Но в раздевалке уже бразды правления взяли в свои руки? Не знаю, пока ребята только знакомятся, у нас вот только в следующей неделе вот была, сейчас мы катаемся здесь. Еще в Дмитрове не были, 13 официально собирают на Дмитрове, поэтому пока сложно сказать, я, в принципе, всех ребят не видел, только в Кучей здесь просто тренер. Попросил покататься просто, посмотреть, кто чего хотите. Сезон, я думаю, правильно сделали, что потренировались в 5 дней. В вашей практике первая команда с нуля создается? Ну, имеется в виду, что вы оказались в этой команде. Ну, наверное, да, но было много, допустим, даже кто-то второй себе приходил там практически. Очень много было, все надо было менять, поэтому я думаю, что если люди хотят работать, в принципе, я думаю, все по плечу, я думаю, что главная задача, цель, чтобы руководители, тренер, штаб, там, менеджеры, там, все доктора были заинтересованы, первое, что хоккеисты. То есть только вместе, большой командой, большим кулаком можно что-то добиться. Ну, с молодняком тяжело добиваться, когда молодые в основном. Пример Ижевского, в принципе, у всех же есть, просто прошлогодний, я думаю, что то есть команда там много поменялась, а практически у нас новый коллектив был, поэтому, я думаю, что все будет в порядке, главное работать. Что ж, спасибо, удачи спасибо. В сезоне.